Этот рабочий день чуть не стал последним для работников Чебоксарского швейного цеха. В 10 часов утра угол дома по улице Гражданской сложился как карточный домик. Трагедии чудом удалось избежать. Все произошло в считанные минуты, делится работница цеха. Едва услышав треск, Любовь и ее коллеги двинулись к аварийному выходу. Мы выбежали и все, и стена как раз рухнула. Очень быстро произошло, даже непонятно, честно сказать. Как считаете, причина в чем может быть? Ветхое старое здание. Ну, там трещины-то были уже. По сообщению Управления Росреестра Республики, обрушившийся дом 1958 года постройки является нежилым. С 2014 года и земельный участок, и здание принадлежит Общероссийскому обществу инвалидов. В здании располагались офисы различных организаций. Основной удар взяли на себя помещения швейного цеха. Сразу после обвала на место происшествия выехали спецслужбы. По предварительным данным, осмотром пострадавших и погибших не обнаружено. В данное время проводятся все необходимые аварийно-спасательные и восстановительные работы. Будет принято решение о дальнейшей эксплуатации данного сооружения. Установлен собственник. Предварительная причина – нарушение строительных работ при ремонте данного здания. По одной из версий, обрушение может быть связано с укреплением фундамента, который производил собственник этого здания. Дальнейшая информация появится, как только все обстоятельства происшествия будут прояснены. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.